понять, что копыта пора расчищать. Вот смотрите, снаружи, если смотреть просто, то может быть не очень видно, пора или не пора. Но если мы посмотрим со стороны подошвы, смотрите, во-первых, это вот какая отросшая стенка. Уже на самом деле довольно сильно отросшая. Такая стенка может начать заламываться. Ну, примерно как ногти длинные слишком. И отламываться она тоже может не ровненько, а фактически с мясом. Может начать крошиться подошва. Видите, тут такой вот выкрашивается такой как бы мел. Подошва — это тоже копытный рог. Он тоже растет. И когда его становится слишком много, он выкрашивается. Это не страшно, лошадь не заболела. Ничего у нее с копытом ужасного не случилось. Просто это тоже означает, что пора расчищаться. Вот видите, вот тут вот заламывается. Вот заломалась заворотная стенка. Вот тут, видите, отломилась. Может начать также вот так вот махриться стрелка. И даже от нее могут начать отваливаться кусочки всякие. Это тоже, в этом нет ничего страшного. Ну, если только у вас не уходит дырка вот здесь вот в глубину и не образуются какие-то карманы, а просто вот отросшая начинает отваливаться. И это тоже означает, что пора расчищаться. Вот для сравнения покажу уже расчищенную ногу. Вот так вот это выглядит. Так, ну и вот задние ноги, да, пора ли расчищать. Тоже посмотрите, как отросла стенка. Вот тут почти сантиметр. Скоро начнет заламываться. И вот еще обратите внимание, лошадь немного косолапит, больше ходит на внешней стенке копыта, внутренняя стенка отросла больше и начала уползать в сторону, как бы вовнутрь. Вот, посмотрите. Вот так. И если продолжить ходить вот на таких вот копытах, то копыта будет все больше и больше уползать внутрь, и в итоге станет совсем кривое.